как у нас теплица капля, крепыш в данном случае, боковая форточка, вот она уже покрыта, то есть сначала кроется правый лист, потом левый или наоборот левый, короче, боковые листы от форточки, потом устанавливается форточка и кроется. Все зафиксировано, сейчас его, значит, нужно подрезать, так вот по прогону подрезать, одеть профиля и закрепить низ у этого листа каркасу. Вот мы форточку разрезали, одели профиля, зафиксировали нижний лист, верхний нужно прокрутить, сейчас будет, и форточка получается готова. Останется установить на нее термоприводы, но это чуть позже. Все фрамуги прокручены, все вон снаружи шайбочки. Устанавливаем термоприводы. Термоприводы устанавливаем всегда, штоком вниз. Размеры вот всегда подбираются индивидуально. То есть самое главное, чтобы при открытом термоприводе размер Миш, подожди немножко. Размер от точки А до точки Б был как бы раскрытый, размер раскрытого термопривода. Что это, 44, да, у нас получается? То есть вот. Нет, раскрытие, да, 44, да. То есть вот 44 сантиметра. И вот эти вот точки уже подбираются. Там рулеточку прикладываем, один открывает, закрывает форточку. И, то есть в данном случае это вот расстояние от усилителя. Здесь 12, и здесь от перемычки 8. Но каждый раз индивидуально. И пружина натягивается тоже, чтобы она хорошо в натяжении стояла. Вот, и вот на такую высоту открывается у нас фрамуга.